Live, ну, это что-то новое для меня. То есть как диджей я играю давно. Тут все понятно, развитие оно, в принципе, достаточно ограничено. Live это следующая ступень, следующий этап развития. Ну и это интересно публике. Для меня это в первую очередь вызов самому себе, потому что технически это достаточно сложно, но одновременно интересно. И все эти эксперименты с электронным звуком, ну, нам самим интересно, куда это все приведет. Ой, сложности, ну, технического характера. Конечно же, это вот лично для меня это вовремя нажать кнопки в своей партии, там повернуть ручку. Самая основная сложность это была, так сказать, кнопочная арифметика, чтобы один участник не перебивал другого. С этим были проблемы, но благодаря человеку, который хорошо в этом разбирается, Сергею, мы с этим справились. Двигаемся дальше. На самом деле сложности была масса, и тем более на мне лежала большая ответственность все настроить по коммутации, чтобы каждому из нас было комфортно выступать. Но мы справились и с нетерпением ждем, чтобы показать вам результат наших усилий и презентовать наш дебютный альбом. Ну, в первую очередь, это то, что весь материал, который мы, собственно, сами написали, часовой материал, мы будем исполнять это вживую. И каждый раз, мы не роботы, мы где-то ошибаемся, где-то наоборот, очень даже слаженно играем, но это всегда будет по-разному. Мы подготовили часовой лайв, который концептуальный, продуманный от начала до конца. Он похож на литературную историю, которая точно не оставит равнодушным любителей и ценителей электронной андеграундной музыки. Ну вообще мы выступаем своего рода новаторами в данном направлении, поэтому приходите на наши выступления, и я уверен, что прогрессив хаус музыка, она заиграет для вас новыми сочными красками.